Гомель подрыхтовался до зимы. Усе теплокрыницы и спожилцы теплоэнергии отримали необходимые пашпарты. Об готовности городской господарки до работы в осенне-зимовый период и шла размова на сегодняшнем посяджении гарвыканкама. Теплозабеспечение областного центра на 99,6% будет ожидаться от теплокрыниц Гомель-энерго и Гомель-теплосетки. И только на 0,4% от трех ведомостных котельняв. Стабильное теплозабеспечение города у многим залежить от стану тепловых сеток. Тому все лето заменили амаль 30 километров сеток на передозаляванную трубу. Подчас подрыхтовки до работы у зимовых умовах значная увага надавалася жилевому фонду. Зараз амаль на 1,5 сотни домов идет капитальный ремонт. До конца года отремонтуют еще каля 40 шматповерховок. Несколько десятков домов утеплили. Большое внимание было также уделено подготовке дорожно-мостового хозяйства города. Приведены в надлежащее состояние основные магистральные улицы. Уже выполнен ямочный ремонт 29 тысяч метров квадратных асфальтного покрытия. В настоящее время выполняются работы по улице Советской, Каменщикова, Бочкина. Ведется реконструкция улицы Федюнинского. Весь комплекс проделанных работ позволяет с уверенностью говорить, что город реально подготовлен к работе в зимних условиях. Нагадаем, отепление у кватырах почнуть уключать, коли среднесуточная температура по ветра будет складать плюс 8 градусов або ниже на протягу 5 суток. Звычайно, это другая декада кастрычника.